Ну, нормально, тренируемся 24 на 7. Ты по-прежнему не можешь сказать состав вашей команды? Ну, могу, в принципе, это Авик из Квейка тоже со мной вышел парень. Потом с нами еще играет два поляка. Это Люк из 1.6 Counter-Strike, который играл за Пентаграм. Помню тоже такого, да. С ним его хороший друг, и тоже там в то же время играл парень Зиби. Вот они у нас такой вот костяк из них. Плюс еще есть голландский игрок Проник, очень хороший суппорт. Мы его очень любим за это. Он прям вообще прям на вес золота, реально. То есть редко таких встретишь. Вот. И вот с шестым у нас либо это Клосс, который вот со мной в Минске живет. Либо это будет кто-нибудь другой. Сейчас пока смотрим. Пока вот у нас еще такой период адаптации. Ясно. Ну, запись пошла для тех, кто в записи смотрит в эфире, соответственно, Cypher и, ну, и я. Мы сейчас попробуем поиграть немножко в Overwatch, учитывая то, что осталось совсем немного до окончания беты. Она закрывается 10 числа. Что делать после того, как бета закроется? Что будете делать? Ну, на месяц она закроется вообще, как бы, там аж на полтора, поэтому все это время постараемся как-нибудь, не знаю, пообсуждать больше, там как-нибудь использовать это время, ну, на пользу и, ну, не знаю, там, может быть, поиграть другие игры вместе. Как-то вот Ну, будь командное здоров. действие, Так. спасибо, командное действие как-то вот наладить, потому что у нас немножко хромает эта вот составляющая. А вы участвовали не так давно на турнире на каком-то? Расскажи подробнее, пожалуйста, как выступили, потому что я, к сожалению, его пропустил, не смотрел. Что там было? Что за турнир и, собственно... Ну, мы, в общем, поиграли 2 дня вместе, вот, но потом, короче, когда мы сделали скрим там, с одной хорошей командой, и нас там просто пах разнесли, мы поняли, что, короче, нам еще далеко до топа, и, как бы, люди уже действительно понимают вообще, что происходит в игре, и, как бы, делают классные вещи, как бы, очень все организовано, синхронно, это очень круто, вот, и мы в этом плане очень сильно уступаем. Ну, уступали, сейчас мы намного лучше, вот после того щенка, конечно. Вот, и... Ну и все, короче, первая игра и домой, собственно говоря. То есть там нас выиграла какая-то среднестатистическая какая-то тимфортовская команда. Вот. Там что-то сражались, но, в принципе, видно было, что не хватило ни понимания, ни знания, ни вообще тимфайтов, ничего, короче. Ясно. Вот. Так, ну что, ты диву. Ну, это я так для атаки, но там просто так, чтобы типа освободить нам путь минимально. О, хорошо, Попробуем покидать. Что-то кстати. поразительно в чатике пусто. Ребята, вы вообще здесь? Напишите, если слышно, видно. Я вроде смотрю, что трансляция пошла в эфире, но как-то удивительно тихо в чате. Такое не бывает без тех проблем. А я сегодня уезжаю все на как раз на встречу по... О, Феликс отписался. Отлично, Феликс. Ты прям камень с души. Там будет у Близов что-то вроде встречи стримеров, на которой они будут пытаться понять, что вообще стримерам нужно для того, чтобы комфортно освещать игру. Чего в игре не хватает или какие-то организационные вопросы. Может быть, кстати, у тебя тоже есть какие-то мысли на этот счет? То есть, чего, по-твоему, например, не хватает стримеру в Overwatch в данный момент? Мне кажется, больше информации по поводу игроков, то есть вообще, что происходит на карте. Ну, там всякие фишки, типа, чтобы можно было переключаться легко. Плюс еще вот почему-то за спектаторов не видно, что чего, ну, что кто-то убивает кого-то, да, то есть там не видно элиминейшнсов. Было бы не, ну, было бы неплохо тоже включить. Ну и по мелочам, просто как-то интерфейс, может быть, на улучшить, то есть вот эту вот спектаторскую составляющую, как во всех играх. Вот, я не знаю. Там снайпер наверху. Я сейчас его вижу. Залетишь? Да. Он весьма точно работает. Он снайпера разбил. Надо толкать тележку. Надо. В этом А, задача, да. есть джанкрафт еще.
Да, тележка, кстати, если ты лизал, она тебе еще лечит. То есть, как бы за нее можно прятаться, она тебя еще подлечивает. Это очень, как бы, большой буст. Да. Ну, вроде двигаемся. Снайпер опять стреляет теперь на... Ну, ты видишь его уже, в общем. Да, да, вижу, вижу. Ты в мехе. Сейчас пойду-ка его к нему. Господи, я даже не вижу, откуда... А, вон. Ну, снайпер. Блин. Мерс. Там ультует этот красавчик. Угу. Ну что, нормально. Хотя бы двигаемся. Двигаемся, двигаемся. Тоже хорошо. Ай. Почти на точке. Довольно быстро, надо сказать. У них, кажется, танков вообще... Да, вообще в команде нет никаких танков. Ну, вот поэтому их так легко сносим. От, расскажи, вы в скирмише говорите, в слаженной команде проиграли. Что отличает... то есть не проиграли, но понятно, что они уже там показали какую-то слаженность или... Угу. Вот, что такого, чего нет у микса, так скажем? Чем обладает команда в Overwatch? Блин. Ну, скажем так, они... Ну, они просто, знаешь, вот эксперимент мобы есть, которые, ну, необходимо выживать, минусоваться там и все такое. А у нас, как бы, команда, она немножко, ну, немножко в других средах росла, да, то есть, как бы, там, моба сложно еще, как бы, понимать, как бы, как работает моба. Вот. Ну, а другие команды довольно-таки хорошо понимают, то есть, выживание, отход вместе, они чувствуют, когда нужно отходить, когда нужно... наоборот, запушить, используют ульту хорошо. То есть они комбинации очень хорошо подбирают, используют их и, ну, в принципе... Что там за связки по ультимейтам, например? Ну, в основном связки, как бы, это идут... Самая основная связка, как бы, это там Заря, Фара. То есть все стараются сделать, потому что самое легко сделать. Вот, ну а так, в основном, там, тимфайты начинаются с ультимейтов от Люцио. Вот, и уже начинается продолжение, то есть там, как бы, уже в зависимости от ситуации. Очень много решает, конечно, еще как Ангел выживает, как Райнхард дает свою ульту, как он врывается. Должен врываться тоже там под... под щитком от Зари. Там много таких вот мелочей, то есть надо... А вот... Так, надо, короче, вот эту церковь убивать, и все. Там что убивать? Церкви там их много. Угу. Красавчик опять слетает. Снайпер стреляет. Слева наверху. Угу. Там ай. Там вот откадышится. Ай, ай. Отличное лечение, конечно, у турбосвина. И КД радует, и... Так, где моя команда? Ага, окей. Команда, команда разгрузом, все нормально. Полетел наверх. Ай. Ага, вот здесь. Тут Фара. Мой любимый. Да, конечно, Дива вот контрит Фару очень жестко. То есть, это, конечно, ужас какой-то. Я сам играю на Фаре, как бы, в команде. И Дива это сумасшедший дом, если честно. В первую очередь из-за того, что ты с маленьким кулдауном можешь куда угодно добраться, да, и... Ну, она такая, знаешь, она очень, как бы, толстая. У нее вот эта бесконечная вот эта вот стрельба, плюс она добирается куда угодно, и еще блочит, то есть с ней очень сложно бороться. То есть если увидишь там за фару, тебе нужно сразу же сваливать куда-нибудь. Угу. Сразу же. Потому что очень противно играть. Снайпер на по... А, ну ты сразу его видишь, в общем-то. Угу. Так, там еще что-то у нас еще. Мэй, я вижу. Да, но Мэй, конечно, сложновато убить. Ага. А, как Дива разлетелась, а? Давай назад. Ай. Там один, да, вижу. Поле воин. Вижу, вижу, вижу. Пожадничал я, решил еще Диву после формы добить. Был просто на прицеле. Не. Снайпера. Это опасно. Опасный звук. Я так не люблю. Ты про что? Про выстрел снайпера или про что? Не, про это. Вжим, вжим, вжим. Красавчик этот.
Так, фара там летает. О, схватил. Ай. Есть. Там снайпер опять на точке. Ну, в смысле, там же. Угу. Ой, зря я это сделал. Ох, за угол успел спрятаться. А, блин. Отлично, выживаю, я подлетаю. Нет, нет. Ладно, я вас жду. Ну, на самом деле, времени-то еще прилично, погруз уже практически на точке, ультимейты у и фары у меня есть, так что я думаю, можно будет вылететь. Да, у меня сейчас тоже будет. О, привет, чатик проснулся, здравствуйте, уважаемые, у нас сегодня коротенькая трансляция, к сожалению, поезд 8 часов вечера, надо еще собраться хотя бы базово, ну, вроде бы, но хочется, во-первых, у Сайфера появилась пауза, и он готов поиграть. Ну и в конце концов, из-за паузы в месяц хочется сейчас использовать как можно свободного времени для того, чтобы в Overwatch еще покатать. Ой, я бедная тебя пара. Принял за... Ладно, бедная пошли. Пара. О, все, я там записал ульту вроде бы. Все нормально. Ультует. Это ультует. Мэй. Ну, вроде груз двигается, я выжил. Зайду сейчас к красавчику с фланга еще. А, тут ко всем можно с фланга зайти. Я с Мерс. Ой, хорошо. Да, она вынуждена ультую ее заять, вряд ли кого-то заденет. Да фару как-то сконцентрировался. Готово вроде, да. Эй, красавчик. Ну он уже от безысходности. Надо. Ворвался, больше ну, никого нет. Неплохо, неплохо. Да, 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 да. Куда поехал? К нашим? Ну, к нашим, да. Ну, если близов можно считать нашими, то да, к нашим. Вот она настреляла, конечно. Угу. Нас. Бах, бах. Хотя, что-то здесь... Мы вчера, ну, когда играли... Да, очень, очень странно. Мы вчера, когда играли, встретили такого снайпера интересного, который не то, что практически не промахивался ни разу, но она вешала там 60% хедшотов. Угу. Вот, то есть ты ловишься на мысли, что знаешь, что ты должен выходить сейчас из-за угла, но ты понимаешь, что ты сейчас здесь в третий раз сдохнешь от ваншота при полном ХП. Вот, и... И что делать, кроме там какой-то дивы, который или Райнхарда, который со щитом идет вперед, непонятно. То есть тут уже при одном грамотном человеке перестает работать разрозненная такая команда. Он просто ну, нас да, да. отстреливал. Ну так, наверное, для этого и существует снайпер. Ну видишь, то есть в метах нынешних снайпер вообще как бы не присутствует. Потому что он легко сносится, то есть он как бы не делает много демеджа, потому что в основном это такие, знаешь, тут пуши очень быстрые. С кучей жира там, с кучей танков там, все такое. Ну вот, поэтому как бы он просто не успевает ничего делать. Угу. Да, там динамика совсем другая, конечно. А на пабах, конечно, это я бы брал это ферспиком, если бы я просто играл на пабах. Че, это ж такое веселье. Или там Ханза, вот, знаешь, люди тренируют Ханза по итогу. И такое выдают, а Ханза у него как бы там, ну, какой-то демедж просто сумасшедший, ну, представляешь, там самый сильный в игре, то есть там стрела натянута попадает в голову, и это, ну, ваншот чуть ли не танка, ну, танку пол хп там сносит, это ужас. А если Ешка еще кидается, то... А Ешка, ну, так да, это ваншот ну, просто. Там вот, например, Заря сразу же слетает, Ротфорд почти сразу слетает, по-моему, этот слетает, Винстон тоже сразу почти слетает. Угу. Да. Но опять же, никто не пикает. Так, хорошо, у нас в команде один не определился. Есть два странных, на мой взгляд, выбора. Макри и... Ну, хотя Гензи, он, наверное, автономен. Он молодец. Саппорта нет, к сожалению. Ну и Макри, наверное, в обороне не так хорош, как... Хотелось бы. Не, Макри хорош в обороне, просто он должен стоять за командой всей. Ой, красавчик получил для ракеты. Трейсерка слева. Угу. Прорывается сразу же.
Да, хоть спускай, а там ему сделать. Ох. Минус смерти. Как у вас там дела? Ну, я выживаю, но вот... Вас там мало просто. Вас двое там фактически. Да, я знаю, но мы вас ждем. По-другому тут не сыграешь. О, Мерси, минус. Пять ты. Че так громко микрофон? А, громко, да? Серьезно? Да, прям слышно, как там все нажимаешь. Ой, ну, ничего. Сейчас потише сделаем. Ну, это, наверное, в TeamSpeak такая особенность, что он там, может, усиляет еще что-то. Так, вроде норм. Приятной игры, Clicker Heroes пишет. Спасибо. Надо напоследок поиграться. Так. Немножко ну, завидую щитов, тем, кто... Щитов нет вообще. Но зато у тебя есть ультимейт. Да, щитов нет, что делать. Без ангела тяжко. Могу Дзиньяту на самом деле пикнуть. Да, не, нормально. Я сейчас на аптечке подберу. Ой, будь здоров. Спасибо. Они повсюду уже. Так, нужно отходить. Ой, какой больно, он плотный, капец. А, трейсерка еще убила. Нет, что-то не то. У меня сейчас за красавчика надо аккуратнее работать. Угу. Так, ты ультанул, да? Ну да, их вроде много, но они там ревайвнулись. Ай. Есть там еще? Да, ё-моё, никак. Ой, это... Трейсерка. Да. Минус трейсер. Красавчик ультует опять. Это хаос. Хаос. А, минус да. Проще по лестнице мне забраться с таким уровнем запрыгивания наверх. Блин, там раньше дальних. Есть. Вроде пока стоит на месте груз. А груз отлично. Останавливает хп, если мы его отталкиваем? Или только в атаке такая тема по-моему, действует? Не, он всем, по-моему, останавливает хп, если ты рядом с ним стоишь. Я вытаюсь. Я даже не знаю, как я... Только завязать. Было бы круто на самом деле. Ой-ой-ой, меня убивает. А Заря кастовала уже выписывать, не видел? Не-не-не, еще ни разу. Что-то у меня как-то он сегодня настакает ее. Давай по щиту фокусируйся. Ему очень больно от твоей гранаты. Угу. Да, они не промахиваются по 120. Да, там заметно. Солдат ультует. Да, иду у меня. И они еще ревайвнулись. Ты там отходил чуть-чуть назад. Он сейчас будет пушить и... Да, я сверху вроде сейчас могу ультануть. Ах ты. Так, вражеский красавчик тоже. Кажется, ко мне трейсерка побежала.
А она вот там справа, с кем же вместе. А, вижу. Из Мерси. А-а-а, хорошо прилетело сейчас от Рейнхарт. Он не поленился, забрался наверх и чаржнулся в меня. Ай, красивый полет был. Прям в статую врезался. Так, ну они... Продвижение замедлилось, насколько я понимаю. Там да, все... мы их вроде убили. Вроде мы их убили всех. Ох, Фархим еще зашел. Все, он подписан, видимо, на стрим. И сразу, как только начинается, он достает там мышку, протирает коврик и идет да? мстить. Да, там есть один товарищ, на стример хороший, который да. любит заходить и убивать. Пытаться, по крайней мере. Ну, нас-то теперь двое, понимаешь, все, теперь ему так просто на мне не отыграться. Так. Ну вот, надо что-то делать. Блин, наверное, паркетов нету, конечно. Ой. Там до чекпоинта-то осталось довольно много еще. То есть надо, им надо... Ну да, да, да. Блин, только видишь, я вот умер. Не потому ульту дал. Они сейчас будут кушать. Солдат. Да, они продвигаются. Там рядом с грузом уже никого не осталось, они... Ну вот надо занимать другой этот, транзитный другой. Надо вот здесь будет принимать, здесь им будет очень сложно. Ой. Ой. Мерси там в саду. Там со снайпером. Ой, солдата. Надеваем мелочь. А как так-то? Гад. Рейнхард наверх опять забирается. У него, кажется, зуб какой-то на меня. Гад. Возможно. Ты ему, кстати, больше всего делаешь дамага, поэтому возможно. Так, Рейнхард минус. Солдат еще и трейсер. Ой, красавчик. О. Да, да, да. Ну мы вроде здесь все. И 45 секунд, поэтому действительно, наверное, лучше вот эти в этих воротах стоять уже и не лезть никуда дальше. Ультует, да, да. Красавчик. Хорошо, ульта в никуда практически. Блин, настрелять бы на ульту. А сколько у тебя там пацанов? Да мало, 30 всего. Блин, двигаются слаженно так. Угу. Кстати, ульта почти есть. Опять этот на меня, гад. Хорошо, сейчас хорошо поработали, в принципе. Двое зашли, ну, то есть они сейчас вернутся да, из... Да, они вряд ли что-то сделают. Опачки! Они все-таки сделали. Это беда. Ладно, 2 минуты. А, там 3 трупа. Окей, ладно. А в таких ситуациях у нас в пабах часто решает пик там бастиона, и который на позиции начинает отстреливать. Может, на дурку взять попробовать? Ну попробуй, только там видишь, там и Генжи есть, и трейсер, то есть ты там долго не протянешь. Это да, согласен. А, вот там, кстати, Генжи слева. Вижу, да. Очень опасно, очень. Генжи да, больше входит. Всего все боятся. Солдат ультует. Да, ну я вот отдался ему бесплатно вообще. Ну надо как-то обороняться. Надо, надо. Надо что-то делать, потому что уже прошли далеко. Ой, ну так вроде все неплохо. Вот этот красавчик сверху надо убить. А, и трейсеры. А, еще Гензи сзади. Так, ладно, план капкан. План я то редко сейчас. Нет, не успели что ли? Да ладно. Блин. Фомби говорит, меня берите на next. Добавим Фомби. Правда, в TeamSpeak не добавим, но уже будет. О. Сейчас заценим.
Это будет ульта, я вангую. Ой, хорошо. Резурект, правда, но все равно там минус 3. Было, все, да. Все прям в рассыпную. Так, давай ливнем и фомби добавим. Давай. А единственное, что я тогда группу организую. Угу. Так, и Фархим тоже. Ну, я ему предложу в группу вступить. То... Мы не в скайпе будем. Фархим не соглашается. Или тормозит, или... Ну ладно, поехали в любом случае. Всем еще раз добрый вечер. Сегодня, по крайней мере, от меня последняя трансляция по Overwatch за предстоящий, там, не знаю, как минимум месяц. Потому что бетку закрывают, увы, и уже не поиграем. И будет фуфа, говорит Ильдар. Да нет, будет Ведьмак, скорее всего, и Дон. Может быть, Фоллуч еще немножко. Ну, найдем игры, конечно, но хочется поиграть побольше. И Сайфер, соответственно, в эфире. Чемпион. Всем привет. Да, да. Стартуем? А, ой, я же тыкал. Видимо, он согласился просто и после этого сбросился. Так, пацаны, а меня слышно так вообще? Я слышно. Отлично. Муншайн. Берите, что хотите. Так, поехали. Разминочка. К сожалению, трансляция сегодня, повторюсь, будет коротенькая, но запись, если что, там будет. И опа, трейсерка, это ж не наша трейсерка. Ой, замерзну. Что еще раз? Это опять когда люди, знаешь, что превращаются в дышку, это... Это такая имба. Согласен. Ой, иди сюда. А, нет, пожалуйста. Я там щу... Эй, он дискнулся. Короче, такой он хитрый. Он уже был обречен, и тут как бы шнур дернул. Беда. Счастливый Эльдар. О, фомби за Ханзо. Так, ну, поиск игры чуть больше времени начал занимать. О, туретка. Хотя игроки подтягиваются вроде уже нормально все. Скоро найдем матч. Да, скорее всего, тут нет куда-нибудь. А меня в скайп, говорит Фархим. Мы в тимспике, на самом деле, и с этим... Тут и фомби, видишь, без скайпа. Так что, если что нужно, говори, если что, в игре. Мы просто в тимспике сидим, поэтому... Из-за особенностей шипа микрофона Сайфера. Все справится скоро. Я вот комп жду, мне должны вот... А что? В течение этой... Ну, как? В течение недели этой должны комп уже, короче, подогнать. И я уже начну стримить там, и что такое... Круто, а ты на Good Game будешь стримить? Надеюсь. Я везде постараюсь. Это хорошо, да, максимум ретрансляций. Это правильно. А что за конфигурация, кстати? И откуда? Это партнеры или просто какой-то левый подгон? Ну, сейчас там... У нас там есть соглашения некоторые, то есть с определенными людьми. Вот, и как бы все сейчас в стадии вот это вот, соответственно, как бы вот у меня сейчас и комп подгонят там, и контракты будут подписываться, и все такое. Но пока не могу говорить, кто. Вот, все происходит пока что. Ясно. Посмотрим. Что-то врагов не видно. Ну как так? Боятся. Мне кажется, у нас опять слишком много. Мем. Ну ладно, подождем еще пару минут. Если нет, то предлагаем
Предлагаю сдаться. Ну, в смысле, предлагаю оставить. Сократить нашу пати до 3 человек, например. Ну, сейчас посмотрим. Вообще, что должно найтись. Сейчас. Ну да. Уходи. Ах, он трус. Ёжечки-кошечки. Это я специально для тебя, чтобы ты пострелял через стеночку. Я заметил. Так, надо на том ульта. Так, уже 5 противников есть. По одному. Еее, наконец-то. Отлично. Последнее время. Что еще раз? Ты играл тут? Ну, в последнее время только Голливуд почему-то нам и дают. Я не знаю, с чем это связано, но там чуть ли не 8 игр подряд все на Голливуде. Я вот что-то редко на ней играю. Такс, что тут у нас? Может за толстяка сыграть? Возьмешь толстяка, возьму Зарю. Как раз у нас две Мэй в команде. Так у нас что-то нету дамага вообще никакого. Дамага? Угу. Ну, Фомби вроде дамажить должен. И нам придется тогда отдуваться. У тебя скорость перемещения, кажется, чуть выше. Нет? Там турбосвин, да, самый быстрый. Ну, это в топ-3, что ли, по скорости герой. Мэй уступает немного. Странно, конечно. Ну, я, кстати, не видел по статистике. Мне все время было интересно, кто из них бегает быстрее. Там незначительное расхождение, но турбосвин — это самый быстрый танк. Угу. Ну, там, типа, у трейсерки нет. Соточка, а у этого 98 скорость. Как-то так. А Райфер сам медленный, да? Вот я не помню уже. Есть ссылочка на там Google Docs, там товарищи оформили очень много ценной инфы по дэмэджу в том числе. Угу. Так, Ангел давай Ханзо. Да-да-да. Эта позиция не такая хорошая. Они справа все обходят. Да. Ё-моё. Симметрию да, еще, да? Чуть-чуть. Слева Макрин. Угу. Так, ну. Да уж. Разогрев полный. Какой он наглый вообще этот Макрин. Ну, под щитом ему. Ему типа можно. Ох, я пустой. Уже на точке, что ли? Да, что-то меня легко там как-то снесли. Блин, надо точку... Настакали мы Зари, короче, дубака. Нормально. Да, но стан прошел и толку не было практически от ульты. Хотя 4 стянул, максимальный разогрев и все равно как бы пофиг. Увы, ну ничего, ничего, справимся. За нас же играет сам. Еще... Так, нужно, короче, фару может взять. Фархим. А аспирант, кто через знакомый? О, аспирант тоже с нами, что ли? А, да, да, аспирант, это же... Наш видео спец. Угу. Так он ничего не делает. Поэтому нас пятеро. Ну. Ты предлагаешь какие-то дисциплинарные меры ввести или что? А не, вам видишь. Солдат выбрал. Видимо.
Видимо, слышал, слышал. Блин. Парк ему доставит. Вообще они довольно шустро идут, к сожалению. Да. Ой, захватили в рабство. Ай. Шустрики какие, а? Ну давай, щит. Заря, конечно, пушит, серьезно. Да. БСП нет, я сегодня 8 часов уезжаю. Скоро, скоро. Евгений уже, я вижу, помогает в сборах. Аккумуляторы заряжены. Камеры приготовлены. Ничего себе. Ультимейт почти готов. Я готов. У нас... Да, ну, так что 3%. Давай, когда зайдут, наверное, или как? Ну, я взял тебя, так что я еще как бы не на месте. И у нас вся команда умерла, так что да, я есть отходил. Проблема. Симметра здесь сразу начинает. И этот стреляет. Угу. Солдат. Блин, какой дамаг, а? Какой дамаг, я гуф. Ну, жду тебя. Заря ультует. Не дам. Так, я за тобой. Вижу. Давай. Смотри еще. Ну, поехали. Давай, стреляй по мне, стреляй. Е-е-е, зарядился, отлично. Ты готов? Я всегда готов. Я не вижу кучности хорошей от них. Только солдат блин, один. Блин, они убили сзади. Извини, только не пускай сейчас ульту. Подожди с последним оружием. Скажи, когда будешь. Ага. Я уже на месте. Меня заря сейчас будет. Вот сейчас можешь кидать. А, нет, я сейчас отступил, мне хп нет. Куроу полетел. Что-то их нету опять... здесь. Они прячутся по углам, он макли меня уже. Вижу. Тут они тоже точку поставили. Убили его. Отлично. Там наверху, походу, они. Тут симметра. А, они тут все наверху спотятся, прикинь. У них там телепорт. Я понял. Да, это не очень. Ага. Это больно. О, вот это хорошая тема, кстати. Фомби, красавчик. Если он, конечно, телепорт убьет, не убил. Так, ну у меня до сих пор флаг, кстати, есть. Аналогично. А как туда забраться вообще? Блин. Сейчас разберемся, но... Вроде бы всех поубивали. Не, не надо. Блин! Опять солдат. Чуть-чуть не успели с этим щитом. Да? Так, а что там у тебя по лице? Да готово-то, жду тоже. Да. Я люблю вообще ульты. Ну пока да, пока стоим. Но они еще не собирались больше трех в одном месте, поэтому мне так жаба душит, если честно. Ну я все равно рядом все время. А, вон там впереди. Есть ребят. Так, наверх что ли? А, вот они здесь. Да, и сзади еще рипер. Могу ультануть. Не, давай. Не надо. А ты рядом, да, здесь? Да, я здесь. Ай! Щит, хорошо. Там Фархим врывается. Угу. Плотные ряды. Красавчик, он все делает правильно. О, ревайв опять. Да, он бастион ревайв. Бастион ставит, да. Минус.
Давай, ладно. Я вижу, что ты рядом, там минус 3. Угу. Молодец. Ну, отлично. Да, неплохо. Рипер стелепортировался наверх. Да. Недолго музыка играла. Ох, там ультует Фархим. У них на выходе. Ангела можно взять еще. Минус ангел. Солдат на респе там отстреливает. Да, уже хорошо, все прям. Прям по-доброму. Совсем игра поменялась. Но это пацаны подтянулись. Че? Куроу полетел. Макри ультует. Аккуратно. Энза там справа. У меня, кстати, я уже настыковал ульту почти. Я тоже. Уже есть ульта. С Зарей дуэль устроили, да. У меня изначально поменьше было ХП, но это такая долгая битва, когда по счетам и ХП много. Так, нужно как-то себе сваливать. Минута. У вас там реально очень мало. Ну, фактически там один Фархим был. И... Ой. Ладно, у меня синта, короче, вот сейчас можем очень хорошо сыграть. У тебя же есть синта, да? Да-да-да, есть. Есть, да, ну, отлично. Ой, они заходят. Ну, сейчас, наверное, надо... О, Максим, вот в этом, вот в этом месте их принять. Ну, если можешь, то кидай, я готов. Хорошо. Кидаю. Там две ульты. Ну, там вообще фарш какой-то. Я не вижу ни хрена, но только текст идет. Один текст идет, просто что все плохо у них. Это было круто. Главное, что повторят потом, скорее всего, я увижу, что там настрелял. Ну, так типа. О, они справились. Просто их стянуло, понимаешь, там со всех сторон. Слева, справа, там, сверху. Снизу. Ай, я минус, но там, в общем-то, минус Заря, и биты справа проходят Дива и солдат. Угу. Ой, это резурект от них? О, это опасно. У нас минус. Да, они меня тоже сильно там поход себе убили. Дополнительное время, уже, блин. У меня уже есть почти ульту. Ну их там двое осталось, минус один, только Рипер остался. А, отлично, если да. Только не умри, 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 то нет, все, Рипер минус тоже. Все, ГГшечка. Ну ок, вообще отлично, я считаю. Ну, неплохо, неплохо. Лучший игрок матча. Парки. Не видим этого момента. А, вот это, нет, а это он и есть. Да. Такая жесть. А у него пушка что, на все цели, которые перед собой, не только на две, да? Или. Не, ну примерно. То есть он там, видишь, переключался просто чуть-чуть. С одной на другую. То есть там. Поэтому всех задел. Эпик. Превосходно. Да, круто. Ну, у Зари, конечно, ульта очень простая. То есть она на огромный рейндж стягивает и достаточно надолго. Поэтому там можно и с Ханзо с ультой, и с Фарой с ультой. Даже какие-нибудь... Даже если у Фары ульты нет, она туда три ракеты закинет, уже дамаг такой прям здоровский выходит. Или красавчиком тоже накидать. То есть вариантов очень много. Но, с другой стороны, понимаешь, то есть ее тоже не всегда пикают, потому что она как бы, ну... Ее там настакивают нужно, эти щиты тоже как бы сбиваются быстро довольно-таки. И ну, она так... Ну, сложно, короче, с ней. Особенно там она такую медленную. То есть ее в основном там в дефе берут. А так я основном не беру. Угу. Это сейчас на пабликах как бы ты включаешь чит, тебя продолжают стрелять. А нормальные люди просто эти полторы секунды подождут, и все. И ты без дамага останешься. Угу. Так, в атаке. Я, может, за Генжи попробую, только у нас что-то слишком много опять. Кого не хватает? Танка не хватает, да?
Ну да, одного танка не хватает и хиллера нет, не хватает. Рейнхарта возьму, он же здесь вроде хорош. Плюс за него целиться практически не нужно. Ну, знай да. себе, маши. Только на тайминге чувствуется иногда, там, когда пускаете эти спины там. Такое. Угу. Да, грамотного, конечно, Райнхарта сразу видно. Он очень умело чувствует, когда нужно кинуть Е, когда нужно чаржниться, когда щит скинуть для регена. В общем. Ну и за Райнхарда очень сложно играть. У нас Алик играет за Райнхарда, он, конечно, ему сложно. Ну и вообще, я слышал, что как бы всем сложно играть. Поэтому это редкость, когда есть хороший рейнхард. Там симметр, ловушки, мэй. Единственный номер. Алин. Я могу потихоньку выходить здесь. А то Винстон умер, и нам было бы неплохо. А вы сами там чё, как? Мы двигаемся, но очень медленно. Так, Рипер умер. Мы можем сейчас заходить, короче. Давай, заходим. Ай, никого не взял. Так, ну я на точке вроде как. Так, Майя убил. Ох. А симметр, что ли, через шифт пробивает своим первым оружием или нет? Да. Не знал. Не, я имею в виду основной атакой, не альтернативной. Да, а, основной не знаю. Кажется, основной нет все-таки. Ну, точно, ну, да, вряд ли, наверное, основной. Он, потому что работает как и бизнесская основная, и ну, вряд ли. Да, блин, что-то я тут один оказался, не смотри по сторонам. Надо было с Тимой, конечно, действовать. То меня тут просто обложили. Так, ультимейт есть. Ну и все, да, и, по сути. Здесь Рипер очень... Вижу. И смелый. О, минус нули. Я готов ворваться с ультой, кстати. Ага, давай, давай. Вот, поехали. Вроде нормально. Там все равно сзади мэй, я на пульту кинул. Ой-ой-ой! Реванулись. Да, сложно, конечно. Да, ревайв очень четко. Ну, хотя бы Цюрили убили. Блин. What's up? Симметр убил меня. Ты кто знаешь всех духов убил, а симметр все-таки завалило. Блин. Ну так там вроде бы посвободнее должно быть сейчас на планте. То есть можно врываться. Пробуем. Только нужно... Ну здесь ловушек тонна просто. Господи, Ай! Хотел утонуть, на пятерых бы попал! Да, это арба симметра, конечно. У них телепорт там, естественно, стоит, поэтому они очень быстро. И у ангела, скорее всего, там резурект у них есть. Значит, попробую туда пройти, там просто. Там обезьянка к нам ворвалась. Нет, все, обезьянка минус. Это хорошо, сейчас будем врываться, я думаю. Да, у меня есть ульта как раз. Сейчас будет раскастовываться. Ультуем. Что-то я один. Все мертвы. Как там, так? Там Рипер, короче. А, я понял. Ворвался к нам и убил. Там есть резурект у ангела вражеского. Точно прям показывали так, сейчас. Так, я телепорт убил. Телепорт я убил. И сейчас готов уже атаковать их в спину. Что делаем? Надо атаковать прям сейчас.
О, еще телепорт поставлен тут. И ульта от этой. Ой, твою налево. Мэй еще ультанула. Есть резурект. Блин. Хорошо. И там резурект. Блин, есть, уже нагнался нас. Убил этот телепорт их. Есть ультимейт. Черт. Одного снял. 30 секунд, надо что-нибудь... Давай я макаку возьму, лучше так быстрее будет. Блин, где мышка-то? Ой, быстрее, быстрее, быстрее бы на точке 20 секунд. Вы там, вас вроде трое там пока еще. Угу. Четвертый подходит, я тоже подхожу. А как здесь, что вообще? Наш сильный. Мэй ультует. Это беда. Я умер. Я тоже. Все, ГГ. Mm-hmm. Да, ну вот поэтому и нужен грамотный Райнхард. Не, ну здесь можно было и сразу с обезьяной, в принципе, играть. В принципе. Так, ой-ой-ой-ой, какая грязь. Угу. Даже без, без ультимейта такое количество дэмэджа занес. 23 убийства. Да, Рипер, он, конечно, вблизи сумасшедший урон наносит. Особенно против танка. Позорная статистика. Не мое, надо брать героев, за которых играешь. Сэдмин говорит, Майкер любит один на рожон лезть, походу он до сих пор ФФА играет. Да, тут немножко другая игра. Тут 6 на 6, а не 1 против 12. Карта вольская. Я сразу вот снимаю себе полномочия танка. По крайней мере, Уинстона или Райнхарда. Можно взять что-нибудь другое. Фархим. Мэй? Окей. Мэй. Ладно, Люсио тогда пойдет. У нас нет. Ну, хотя есть этот. Есть Малкович. Малкович. Не, я возьму лучше Зарю. Там Фомби толстый. Фомби ничего. Это личное просто. Ну, ты понимаешь. Данте говорит, Майкер взял Фархима в команду, что случилось? Да я ему постоянно предлагал, просто он не соглашался из-за того, что не в скайпе, типа. Вот. У нас взаимные претензии. Вот. Поэтому не знаю, как нам быть дальше. Так, ну выходим вроде как по центру, там никого из противников близко нет вообще, ни внутри, ни сверху, так что, скорее всего, до самой точки мы дойдем, работаем. Должны. Да. Это если уже... я еще какой-нибудь щит поставлю. Ох, я уже полностью заряжен, 100%, капец. Наполучали. Так, Мэй. Ой, Рипер сзади. Да, сзади Рипер. Что-то как-то убили, я даже... Да. Убить-то убили, но... Как он там оказался? Захватывай объект. Нужно поторопиться. Мэй на самом деле очень такой недооцененный герой. Она просто ставит стенку сзади чувака, который там, знаешь, вышел случайно. И все, и да. Его быстро все пустят. Наказывает сразу же, то есть права на ошибку нет. А представляешь, в атаке там парами ходят люди. Да. И все, и как бы. И атака запоролась, и человека фактически нет, получается. Ну все. Об этом-то и речь. Первая точка захвачена. Там настреливает. Ой, какой у нас Люси, это хороший. О, смотри, аспиранты бедолагу.
Мэй своя подставила же. Скоро ульта будет. Ой, нет, уже нет. У Люси ульта. Это я у тебя подставил. А, понял, все. Понял, понял, понял. Так, у меня есть, короче, такая вот штучка интересная. Поздравляю. Со штучкой. Ну все, ульта есть. Но я не уверен, что нужно это делать. А, вот, резурект, отлично. Ой, я сейчас не выстою. Серия самоубийств. Ну, трипер. Ультанул, хорошо. Я уже думал, что все, мы тут додавим до конца. Но резурект ангела и ультимейт рипера хороший. И все, до свидания. Ну ничего, 8 минут 15 секунд. Атаковать одну точку. Команда серьезная. Привет, попкорн 96 рус. Он там в чатике отписался. А чего я на своего-то не поставил щит? Такой Василий. И опять у него ульта. Нифига себе, как быстро настрелял. Ну да, он там быстро перезарядил. А это тот же самый эссенс, что и в прошлый раз, да? Давай еще разок. Комби не пожалел даже ультимейт на этого несчастного Рейнхарда, который... Они как-то достаточно нагло выходят сейчас тоже. Ну, они зря это делают, мы сейчас просто убьем их на парочку. Риппер опять вот здесь вот. Блин. Let's go. У меня еще ульта есть. Ой. Там опять ульта у этого. Где там позамерзали, походу. Да, тут позиция великолепная для Мэй, для ульты. Да, не пропущу. О! Кажись, пошло. Сейчас обезьянку. Какая-то она бешеная. Я готов ультовать, если что. Давай. Давай, ультуем. Вот, там трое, как минимум. А, ну, рипер уходит. Ой, как хорошо еще. Правда, я не понял, что как они раскидались в разные стороны. Резурект опять. Ё-моё, и туретка третья стоит справа от респа. Блин, я камень не поставил. У меня там ульта почти. Ну так, вроде, нормально, на самом деле. А на треть мы захватили в прошлый раз, да? Вот как захватили на треть, так оно и... Это не сейчас. Так, минуснулся уже кто-то на входе. Куда ты, куда ты? А, ты стеночку, да? У меня есть Texas. У него тоже опять. Блин, там ангел еще у них классно работает. Прям держит. Они сейчас опять вылезать будут. О. Мы можем, кстати, начинать уже... Беспокоиться? Подпушивать их чуть-чуть. Не без беспокойства. Оп, все, можно, кстати, начинать. Ай-яй-яй. Захожу. Давайте, пацаны, заходите. На ультимейт у меня... Нет, есть на ультимейт, но я не вижу, кого я кроме обезьянки стянул, никого не стянул. Риппер блокита. Ангел. Я иду, как могу. Да мы тут вроде еще живы. Я вижу. Аспирант минус. Не хотел ультовать специально. Там битая обезьяна сзади подходит вместе с рипером. У него, скорее всего, ульта уже есть. Ну, вы об этом узнаете. А, все, ГГ. Отлично. Да. Хорошо. А кто туретку убил в результате? Не знаю, не я. Точно не я. Наверное, Генджи какой-нибудь. Да, похоже, что Фархим.
Ну, вот этот момент, когда в самом начале. Да, да, да. Ну, что я могу сделать? Это да. Именно так мне понравилось. Что она имеет множество всяких приколов. Да, ее сложно убить. Очень. Но еще может какие-то неочевидные вещи делать, типа поставить стенку таким образом, чтобы прижать человека к потолку. Да. Фархим пишет, кажется, жнецу нужно сделать время каста ульты, потому что она мгновенная, и люди не успевают среагировать. Ну, может, в этом смысл? Ну, хотя... Жнец, кстати, очень часто является лучшим игроком матча именно из-за ульты. Причем он... Это с самого начала так было. Нужно всего лишь удачно зайти и прожать две кнопки. Одну. Вот у тебя появился конкурент по писцу. Ну, по мэй. Вдвоем будете играть? В смысле? Я сейчас переключаюсь. Мне просто одноклановец написал. Вот, отвечаю. Какой-то хреновый у нас пока пик. А, яма, сейчас это у меня. Так, на что там поменяется, интересно? Любой из танков. Угу, хорошо. Поехали. Поехали. Здравствуйте. Спасибо. Привет. 30 секунд. Да. Устанавливаю систему защиты. Пацаны пошли в агрессию уже. Да. Серьезные. Кстати, за симметрию, если ты даешь щитки после того, как матч начался, тебе это дает, ну, к ульте. А, вот этот поворот. Рейнхард справа чаржится. Рипер слева обходит. Ну что-то они прям... Да, ну это тот же самый товарищ. Надо щитки, конечно. У них раньше КД был большой, а сейчас там вообще без проблем накидать. Рипер опять. Да блин, он такой жесткий. Какой-то неправильный рипер. Ой, телепорт надо же поставить, уже настрелено же. Ставлю телепорт. Ой, мне больно. Блин, не туда. Ну то, что телепорт есть, это, конечно, очень. Там резурект пошел. Угу. Они уже на точке. И Макри ультует. Капец. Есть, рипера убили. Ну, телепорт минус. Ой, хорошо. Вот сейчас. А как ты их убиваешь? Вообще, убивать поможем. А сейчас. А может и нет? Нет, не поможем. Блин. Вот это было хорошо. Если бы я еще телепорт каким-то макаром умудрился поставить, было бы совсем здорово. А так мы точку отдаем, получается. Или нет, или как там? Не, отдаем, надо сейчас туда не лезть, надо назад походить. Уже здесь защищаться. И симметру надо менять, скорее всего. Заходят. Угу. Спасибо.
Сверху залетает фара это. Ну и ангел с кем-то, там не фара да, вроде. Да. Рейнхард влетает. Ну он вроде там того уже. Значит, он тащит будет. Телепорт минус? А кто там сзади? Риппер минус. Гензи сзади. Ой, больно мне. Риппер здесь. Убили. Блин. Но он сейчас летанул на двух. Сейчас, кажется, захватит они точку. Возможно. Макрей. Блин, симметра надо было менять, конечно. После этого заменю. Рейнхард сзади. Там полный хаос творится. А может и нет. Где же ведь нас сзади? Мне казалось, что он прям и справа. Рипер минус, хорошо. И таз порубаешь, но... А, ну да, Генжи сзади, как полагал. Нам очень еще долго терпеть. Прямо очень. Ох, пробил все-таки. А, сзади Генжи. Да, слышу, топает. Добро. Рипер здесь. Ультует Люся. Мне бы тут так сказать. Да, аналогично. Я не вижу, где? Где все? А, справа, да? Убили. Там Мак, этот, Винсен появился в тиме. И Генжи уже надо пойти. Опять. Ох, вот это подстава. Ну да, все будет очень пассивно. Только ультимейтов. Меня тоже сейчас отвечают. Да. И еще Люси ультует. Ну там одни саппорты остались на самом деле. Надо их забрать пока. Вроде выдержали. Это Рипер еще сзади. Да как? Как я неудачно вышел, да, там Рейнхард с этим. Капец, это такой расстрел. Просто он подошел, когда. После ульты Рейнхарда и всех лежащих расстрелял вплотную из дробашей. Ну смотри, он только одну треть, наверное.
Ох, спасибо за сферу гармонии, если ты меня слышишь, Фархим. Ты меня так вот такая, да? Да, да. И рипер залим. Капец. Как он вовремя оказывается в нужном месте. Твоя ульта? Ёп. Это ЛКГ, это Last Kiss God, кстати, за Райнхарта играет. У нас тоже автор на сайте есть. Из Чехии. Какие там классные, конечно, пабы. Ну мы так-то вроде бы сильные душим. Ну, вроде терпим. У меня ульта есть. Вроде пока терпим. Туретку там делает, кажется, под ультой наш товарищ. Вижу справа. Он, наверное, сейчас опять будет заходить. Угу. А, и рипер он сзади. Да, сзади. Понятно. У нас минус 3, у них все живые. Там ангел с резуректом еще есть. И сейчас, наверное, будет ГГшечком. Что-то мне подсказывает. И рипер еще ультует, понятно. Да, жалко. Жалко. В конце ворвались хорошо. Но вот это вот эссенс, который же в третий, получается, раз нас обучает. Фомби! Фомби, когда стримы будут по Overwatch'у? Ну вот она, работа стандартного инженера, как бы, все. Да, все. Все нормально. Какой превосходный эйм, какая грация. Берешь молоток и стреляешь. Стопкин говорит, давай за турбосвина полазай, здорово. Турбосвин был, но сейчас если будет... такая опция, если, например, за атаку будем. Я хотел за Мэй просто еще разок сыграть. Точнее, не разок, сегодня не играл за Мэй. Кроме как на разогреве. Миша, мы беспокоимся за животное. Скажи, что с кошаком будет в твое отсутствие. Да кошак в мое отсутствие, наоборот, будет разбалован. Потому что жена-то остается дома, и все. И, значит, пятиразовое питание. Значит, уси-муси-пуси и прочая хрень. Никому не погонять и ее не подрессировать. За кошака не волнуйтесь. Все с ним будет хорошо. Оборона. Ту-ту-ту-ту. Сейчас Фламинго, то есть Last Kiss God, он за нас играет. Отлично. Все свои. Отличненько. Хотя против нас тоже самый Essence. Видимо, и Малкович. Видимо, вот у них как раз тоже 3-4 Аспирант. Человека в тиме. Аспирант он так, он куда приткнется, получается, так туда и получается. Через час выезжаем? Так у нас же 8 поезд, сейчас 18:20. Ну, отлично, минимум час у нас есть еще. У-ху! Час Overwatch. Это повезло, конечно. Я, скорее всего, буду в комнатке справа обитать. Потому что хочется со стеночками именно в таких помещениях. Ну и все вошли. Ну, пойдемте, чего. Пойдемте. Не, это как бы я так же, видишь, то есть. Все пошли, и я пошел, да? Вот этот автобус, он держится, и по итогу все отходят назад. Только нет автобуса, где-то вот этот вот. Угу. И все, и отстреливается здесь полностью. Понял, я за Рейнхартом тогда. Если что, он спасет. Фархим там пошел туретку поставил халявную, все равно как бы too deep.
Говорит танк и жмется сзади. Правильно, правильно. Там Рейнхард вражеский вижу. Да. Уже как-то... Ой, ангел же лечит, точно, у нас же ангел есть. Слева рипер, судя по звукам. Трейсерка еще. Одна застряется. Они сейчас за автобусом прям слева будут. Или просто снова идти. А, как неожиданно-то. И ничего. Они справа обходят к точке. Ты что, занят убить, ты не представляешь. А, меня занят. Ненавижу тебя, да. Шифта не прожал, пожадничал так. Эссен сейчас за Макри играет, а не за Рипером. Бах. Так, у Ангела. Ангел сообщает, что ультимейт. Дважды причем. У меня есть вот там. Справа идет. По... Видим. Люблю его. Замораживать. Трейсерка. Нет, лучше отрегениться. Ёжечки, кошечки. Хорош. Эссенс не прощает. Ешки попал, убил. Все. Фул хп, пофиг. Раз. Да, и все. Вообще хорош. Он за Макари тоже не хуже, судя по камере, отыгрывает. Не дайте им захватить объект. Так, а может... Нет, хотя резерек сейчас не очень правильно юзать. Да, нормально. Да ладно. Макри меня убил, что ли? Нет, не убил. А, убил тут. Опять этот. Ах, хорош. Эссенс хорош. Так, ну как там? А, я случайно умер. Пошел за... О, нормально. Вообще все в процессе. Блин, занято мне, конечно. Любит очень сильно, походу. А, Эслс что-то застрелялся. Куда-то. Сейчас трейсерка с тыла, да, придет. Придет. Какая-то она странная, ультанула в молоко. Сверху кто-то идет, Макри, судя по всему. И сзади будет... Сзади будет трейсер. И тут все справа, там сзади. Вижу. А ты откуда здесь? Трейсер забавная, капец. Да, она очень странная. Трое справа, трое справа выходит. Ага, еще Рейнхард тоже пойдет справа. У меня ульта есть. 45 секунд осталось, точку бы удержать, и все вообще будет просто в этой игре. Да, вроде бы удерживаем. У Ангела Резурект еще есть, так что... Да там у четырех людей ульта, так что все ок. Всегда приятно слышать такие вещи. У всех ульта есть. Угу, все круто. Хорошо. Все хорошо. Ой-ой-ой. Ага, да, солдат ультует. Ой-ой-ой. Только не бег, говорится, да? Ха-ха-ха.
О, перешел он. ГГшечка. ГГшуля. Лучший игрок матча. Ливень возмездия. ГГшуля, ГГшуля. Сейчас я восстановлю справедливость в чате. Требуется. Просто требуется. Готово. Ой, даже на душе полегчало. Так, сейчас за атака, благо. Или нас на другую карту кинет. А кто его знает, кстати? Да, да, все правильно, все по канону. Кстати, Фархим ливнул, насколько я вижу, из пати, но за атаку-то тут, наверное, будет посложнее немножко. Три танка. Три танка. Не, нормально, нормально, кстати, чтобы ворваться туда. В принципе, ничего такого плохого не вижу. Как бы там хоть какой-нибудь хиллер бы на втором был. Да, пустовато на этом поприще. Ну, сейчас тром-то еще определится. Трейсерку берет, окей. Ну, я тогда пойду какой-нибудь, тогда Мерси, что ли, или что там... Люся, Люся. Люся, да, да, да. А Турбосвин, говорит Стопкин. Ну, Турбосвин, для этой карты он как раз не очень подходит, она слишком открытая. Ему тут и щиты нужны для тимы. Он больше подходит для какого-нибудь... Ой, как он называется-то, господи? Kings Row. Kings Row, да. Что все в пределах досягаемости хука фактически находится у тебя. Ты идешь и чувствуешь себя царем. А тут выходишь на площадь, чего стоит точка хотя бы. И начинается. Воу-воу-воу. Зря я так. Ох, там хорошо ворвался, как Райнхард наш. Пара там сверху, правда. У меня уже так сейчас почти заявилось. Круто. Ну, как раз подход, да, подход на точку. Давай. Жесть. А, там есть ТП, короче, прикинь. Что говоришь? Это... Телепорт? Там ТП, да. Уже? Да. Ха, классно. Сейчас был хороший момент. Рейнхард кидает Ешку, я на него прыгаю. Ешка каким-то макаром меня... О, резурек. Ой, плохо. Сейчас там взрыв еще будет. А телепорт где стоял? Сзади там. По коридору направо, да? Да, да, да. Налево. Налево? Окей. Коридор, ну... налево. Угу. Понял. То есть не в сторону аптечки получается. Угу.
У меня есть атака. Да, вижу. Блин. Читай, сейчас я хильнусь. И готов вроде вылетать. Не-не-не-не-не-не-не-не. Да-да-да, именно это. Так, минус 2. Телепорт вижу. Убиваем телепорт. Много. Убил телепорт. Все хорошо. Хорош! Вообще, Райнхард, такой дикий. Ну, я сам виноват местами. Захват вроде идет, да, у вас там четверо-пятером. Угу. Ну и слава богу. Ну, здесь капец. Бля. Эти ульты, конечно, тут разбивают с ног. Ого. Да, приятно. О, это же моя перчатка, да? По сюжету. Или чья это? Или Райнхартовская эта перчатка? Нет, это просто... Это еще не говорится, чья это. Это какого-то там босса или что-то такого. Ты же когда малую одел ее, в мультике, помнишь? Угу. О, не рановато ли? Ну, хотя... Можно закушать. Макри. Угу. Может летануть. Ух ты. Вот гад, а? И сзади еще. Минус 5 сейчас. На этой ульте. Нужно еще поэкспериментировать. Нет, да. Аккуратно. Плохо. Угу. Да у нас как бы... У нас с дымоком какие-то проблемы, у нас на фара крушит просто. Так, попробую-ка я выбрать фару, попробую сыграть с одним портом. Нам нужно равноправие какое-то. Пора почти минус. Оп! 750 сносит. Прикинь, я это сделал. Так, возьму-ка я лучше турбосвин, действительно. Вроде как эта дистанция уже позволяет. И дамага будет побольше. О, у меня заблочен. Пец. Ё-моё! Меня со спота не выпускает. Угу. Ливень возмездия! У нас фара какая-то. Да, очень наглая. Очень наглая. Опасность готова.
Нормально, сейчас. Сейчас можем. Минус 2. Двигаем. Двигаем, 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 двигаем. Макри слева. Ай. Пара может быть даже сзади скоро. Так, не уверен, как это было. Макри минус. Не, плохо. Да, все плохо. Главное его запылал достоять. Встаем. Еее! Ты бы видел это. Ох, да, ты бы видел. Да. Я там на 6 хитах, блин, уходил. И резуректик, отлично. Нет, там на тобой был как раз. Но все равно плохо. Но время есть еще. Хотя бы немного. Блин, как же жестко. Сразу дебаф тебе и в лицо с такое количество урона. Минута. Пара раненого минус. У нас 3 ульты есть. По поводу остального не знаю. Что же я ловлю там? Пара сзади. Угу. Ну, чуть-чуть не убил. Надо. Фом без ангела, но вроде резуректа у него нет. Так вот нет, это плохо. А, вот нет. Сзади, да. И ульта от Люсию. Держитесь, пацаны, держитесь. Кто эти возле пайлана? О, сзади, да. Расстрелял, да? Двигаемся пока, держись. Иди точнее к нам. Я уже здесь. Фара там бы справа. Да, там и фара, и этот. Чёрт. Ничего не сделать особо. Да, гага. Жалко. Эксперантом занагонялся. Ай, заслуженно. Это, кажется, вот на углу рядом с машиной. Да, сейчас разворотик и такой... Не, вот сейчас вот. Бах. Подметает. Раз, два, три. С ума сойти, такой дамаг. Там с одного ультимейта, кажется, идет что-то вроде 200 или 100, ну, в этом районе. Кажется, 100, 108, 175. Ну, короче, там одного удара хватает для стандартного человека с 200 хп, чтобы потом его спокойно добить. И еще с руки. Там была перчатка из музея еще, которая была одета старшим братом из видоса. Ну, понятно, вопрос, кому эта перчатка... Ой, жесть какая. Со звуком. Sorry. Вопрос именно как раз, кому принадлежит эта перчатка. Будь здоров. Да, там типа что в мультике, там какому-то там, ну, как...
По словам разработчиков, они еще как бы, ну, скрывают эту информацию, потом уже типа расскажут там всю историю, что связано с этой перчаткой. Приготовьтесь атаковать. Я зазарю. Она принадлежит персонажу по имени Doomfist или Doomfist. Да, Doomfist. Какой-то злодей там, походу. Не, Шки, сегодня фуфа не будет. Через полчасика где-то я вливаю и на поезд. И все. И на 4 дня, на 3 дня где-то авк. Так что фуфа в ближайшее время не будет. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Но зато привезу фотографии, возможно, видеоинтервью. Ну и массу впечатлений, я надеюсь, от поездки, потому что там все-таки... Это Blizzard, там интересно. Заходишь на, ну, на один из этажей, там сидят люди, вов, рубятся. Все у них хорошо. Тестеры типа? Что говоришь? Тестеры типа или кто? Ну там ГМы, как говорили. Ну, там, видимо, много разных. Ты заболел? Как? Да что-то я последнее время, да, прихворал. И да. Бедолага. Как-то какой-то спокойный выход, на удивление. О, нифига себе наглый какой. Угу. Ой, что-то я не прав был. Да вообще. Так, надо собраться. Я лениво так мышкой вожу. Она фантия. Хорошо. Ой, меня хотят. Ну чего там у вас на планте? Да тут, знаешь, захватываешь плант один и получаешь плюс 20 привлекательности. Так сразу все липнут. Угу. Я фомби подставил еще. Ангел увязался за мной, я в такую аркаду изначально пошел, что самому даже стыдно. Резурект есть, и... Ну и все, в общем-то. Ну я у них, короче, сзади. Какая грязь. Метра минус. Надо ультануть, наверное, мне. А, давай попробуем. О, это Шадо уже играет. Да, минус. Ну тут минус много. Наша точка. Ой, ты тут, господи. Молодец. Ой, они с телепорта повылазили. Капец, и солдат ультует. Телепорт ориентировочно, ну, на дефолтном месте, там, где аптечка, вот где-то там. Прям по пленту. Не видно. Ну как ты? Ну, убиваю Мэй. Вижу. И белое лицо. Ну, у нас два, короче. Ладно, ультую тогда. Да, но без толком.
Надо было просто туда глубже давать. Ну ясно. Блин, Мэй такая страшная вообще. Ее ты в любом случае не убьешь. Пока она тебя не заморозит, если она грамотная. Просто ДПСа не хватит. Если ты заморожен, ты уже мертв, считай. Так, минута 20, да, минута 10 уже. Вот Shadow, а, подкидывает. Да, ультует солдат. Вообще, дамаг сумасшедший. Твой у меня в прицеле. Угу. Как бы мне так прорваться? Давай еще разок. Полминуты. Осталось 30 секунд. У нас мало времени. Выложимся на полную. Вы хотели пати? Наглый Люсиан. Сейчас ульта скоро будет. Блин. Ой, да, я согласен. Ой. Просто я там догнался за ним, ты не представляешь, за Shadow. А по итогу меня вот эти все ловушки уничтожили. Бывает, бывает. Не, ну чатик, Ну, там себя чувствую. ГГ, что ты, это кто это? Он за нас играл? Против? Это Дзиньята, это ЛКГ. Засланец, а? Баблстоун. Телепорт. К сожалению, телепорт. Вроде бы... Ветра нормально сыграла. И ловушки там добивает, остальное. Кощей, да-да-да, я один. Один. А куда именно? В Бостон или куда там? Или где в Версаль. Офис там у них. А это что за штат вообще? Или что это? Это Франция, это пригород Парижа, да. Франция, точно. Они же там тоже офис. Я думал, ты в этот в США летишь. Не, там так, ну. Далеко и визу сложно получать. Угу. Версаль. Да. Так, ну что, у нас, наверное, последняя. До победы, короче, играем. До победы. Когда приедешь, давай фуфа, а? Стопкин говорит. Стопкин, я, скорее всего, в воскресенье приеду, и вроде БСП собирается на этот момент что-то придумать коопное. Ну, помните, как Half-Life 2 проходили весело и что-нибудь такое. Вот. Поэтому обещать ничего не буду, что в воскресенье будет фуфа. Потому что вдруг БСП что-то интересное придумает. Это человек подневольный, мне сказали, я стримлю. Так, поехали. Бля, меня спорсить никто не будет, походу. Ладно. Что еще раз? На этом спорсить никто не будет, ну ладно. Кстати, а правда, что у вас создана зона для айтишников, где налогообложение очень халявное в Беларуси? Ну, у нас вводятся да, какие-то коррективы в этом плане, типа, для айтишников, потому что у нас это считается самой такой, ну, знаменитой, что ли, профессией для тех, кто хочет там деньги нормально зарабатывать. Вот. Ну, и белорусы вообще там как-то... Да, есть выдающиеся. Ну, я просто к тому, что у нас все стараются как бы вот выучить программирование и свалить за бугор. Поэтому у нас сейчас стараются там как-то их оставлять здесь. Поэтому используют всякие фишки. Так, они справа, по-моему, бегут все еще. Уйдешь? Да, я нет. Я был неправ.
выпустил слишком много. Я думал обрезать одного хотя бы. А там вышло сразу два танка. И в результате я зафейлил началом. Договорись там насчет турниров ПСК, СНГ с колен StarCraft поднимать. Ну, это очень наивная такая позиция, Севенру. Очень наивная. Как ты себе это представляешь? Договорись поднимать с колен. Тут, во-первых, четко по Overwatch, и тема обозначена. То есть это вопрос стриминга и того, каким образом стримеры и компании могут взаимодействовать. Так, а кто прошел к нам? У нас Мэй, кажется, слева уже. Ну, не знаю, там мы много кого убили. Так-то. Ой, там у них снайпер, жесть. Там снайпер вообще на воротах. О, все, залетают. Ай, не туда ульту. Капец. Снайпер. А, это Шелла приключился, наверное, снайпер. Ой, обезьянка ультует. Это очень плохо, да. Попробую подморозить. Нормально. Ну, минус май. Это очень хорошо тоже. Ой, какая стена. Кривая. А снайпер там долетов стоит. Вижу. На гейте. Это далековато, так что держитесь. Блин, заходит всем. Угу. Я вижу. У меня, правда, по ульте ничего нету. А, там еще снайпер на варах. Убили вроде. Ультанул. Обезьянка может заморозиться. Угу. Блин, мы должны их убивать, мы столько ульты, ну, все ульту завязали. Надо было. Ну, они все на точке, да? Да. Ну, у вас там кажется, двое, все очень один. Плохо. Да. Стоп. Ну, забиваем. Бэк-бэк. Бэк-бэк-бэк. Нет, надо сейчас пойти и посражаться. Конечно же. Ладно. Новая позиция обороны. Объект Б. Правая сторона, что ли, будет ходить? Я рядышком с тобой. Фарас наверху, фарас ты видишь. Да. Залет фарас сразу же. Да, залет серьезный. И снайпер здесь еще. Ой, это солдат. Вижу, помогу с ним. Блин, тут нет. Как-то не вовремя получилось. Да. Не вовремя. Да это шадоу все. Безобразничает. И ЛКГ. Предатели. Вокруг предатели. Да, это на респ сейчас влезет. Потом, кажется, ульта у... А, нет, на ульту он не успеет накопить. Просто точные удары. А есть разница, молотом по голове ты бьешь или просто? Не знаю, если честно. Ну там как-то сложно понять, куда ты ударяешь, потому что ты постоянно махаешь в разные стороны. Машешь, точнее. И, ну я не знаю. Честно, не знаю. Угу. Так, я, наверное, последний у меня. Да, через я тоже час... последний. Все, да, через час поезд. Надо побеждать, значит. Покушать. Дэвис спрашивает, поезд в Париж, да, плацкарт у туалета, и 2,5 суток, и ты
На месте. В поезде снова-то будет доигрывать. Ага. До победного типа. Так, Shadow с нами, LKG с нами, и значит, значит победа в кармане. Классно. Жалко, здесь распышки нет. Хотелось распышка? Ну, как бы, привычка-то осталась. Вы же наверняка тоже без повода прыгаете периодически. Ну, я уже забыл вообще, что такое квейк, поэтому уже нормально все. Я уже, чисто, знаешь, использую эти фишки игровые, там, как фару, там, можно использовать крыши, чтобы очень быстро передвигаться. Вот Ешку его можно передвигаться быстро. Угу. Молниеносно даже. Любопытно было посмотреть на стрим, конечно. Ну ладно. Значит, будет когда-нибудь. Ну, я предполагаю, что на этой неделе я уже начну запускать его. Как только он принесет комп, хоть у меня будет, ну, фигово настроен именно оформление, но как минимум я смогу хорошо стримить. Именно в плане качества. Они слева, короче, все. В этом доме. Угу. Ай-яй. Мне очень больно. Очень-очень больно. Сзади обезьяна уже. А как она там оказалась? Ну, через лево прошла сзади. Если меня убил уже. Пора сверху. Беда. Пора сверху — это всегда беда. Портнули. О, хорошо. Сейчас вот услышал, что сработал капкан, нажал на срабатывание этого. Угу. И 100% сразу товарища фуллового убил. Каким-то макаром. Да, особенно если трейсер, она очень чувствительная, конечно, на ловушку. Просто нереально чувствительная. Ловушка довольно-таки долгая, кстати. Блин, фара! нет, обезьяна сумасшедшая. Я хочу быть фаром. Фара минус. Бери, да. Там трейсерка сзади ультует. Угу. Она меня так хочет. Ужас. Надо Малковича убивать. Блин, ну что ты будешь делать? Это Дискорд, это сумасшедший дом. Солдат ультует. Блин, какой у него дамаг, а? Полсекунды. Находился под ударом, и все, и до свидания. Кстати, в командных играх у солдата ульт самый такой бесполезный считается. Так с него очень легко заблочить. Эй! О, занято. А кто мою птичку съел? У меня такая жизнь была, я. Это страшно. Надо только дождаться и ворваться в бой опять. Блин, опять занято. Вижу его. А, вижу. Трейсер бегает.
Ой-ой-ой, фара меня очень хочет. Прям вообще капец. Я так долго аптечку искал. Думал, она в одном месте. Пришлось такой круг нарезать. Ой, отлично. Это хаотично все двигаются. Да, да, да. Непонятно, кто где. Ты понимаешь просто, за кем вообще следить. Блин, пара. Жесть. Ой, все. Они уже здесь, трейсеркой. И солдат, ай-яй-яй-яй. Нет, все не так, все не так. Нет, все так. Ну, здесь стечок поинт, мы должны как-то удержать его. Да. Должно. Там обезьянка уже. Ну, да, она создает место порядка тут. Так, прокатили там, кажись, трейсерком. Ну как ты, откуда ты? Да я ж тебя ж... Опять ты Теспайр, который за танков всех мастей отыгрывает. Причем выбирает четко танков. Я не понял, кого я. У меня сюда до сих пор. Занято было бы, конечно, было бы вообще супер. Окей, именно занято. Угу. Короче, считай, потеряно как-то выгляжу сейчас. Да, и солдат с ультой тоже сейчас. Кажись. Надо взять ульту срочно. Ну, удачи тебе. А, ты уже все завязал, вижу. Ну, значит, к сожалению, не судьба нам на победе закончить. Простите, кому-то надо есть, кому-то надо на поезд. Увы, это ГГшечка. Спасибо, тем не менее, что пришел, поиграли. Весело. Спасибо тебе. Да, спасибо чатику за поддержку. Увидимся еще. Пока. Пока-пока.